И всем привет, ребята. Новая серия начинается Скибиди Тойлет 63 от того, что Кайдин Камерамен начинает на своем пушке уничтожать всех. Прилетают Скибиди вертолеты, но в итоге Камерамен остается в живых. Убегает один Камерамен, его дубасит один такой этот Скибиди Туалет, идет к нам, ну естественно его вот так делают, что-то там делает. Приходит спикермен, супер спикермен. И наш камерамен просит помощи, но он говорит: нет, сам вставай. И приезжает машина, там что-то еще, улучшенная машина. Появляется Скибидимен, выкидывает машину, а далее начинается такая битва, и тут появляется он. Интересно, кто же это? Это же какой-то непонятный камерамен, или что это? Это что такое? А нет, это Вантузмен. Да, ребята, наконец-то его улучшили. Он прилетает к нам, что-то делает, один смеется над ним, этот Вантузом кидает ему и показывает ему нехороший знак. А именно такой. Ну, наш оператор ему класс показывает, Вантузмен ему тоже. И тут приходит такой спикермен, который громко орет и сует нож прям ему в лоб. Ну а потом уничтожают этого Скибиди самолета. И тут пролетает легендарная двойня вместе с камераменами и спикерменами. И на этом серия заканчивается. Ну а теперь к разбору. Первым делом хочется отметить, что серия начинается где-то в Пальмах. Возможно, это рядом с Дубаем или Саудовской Аравией. Возможно, где-то в таких восточных краях или как-то там еще. Новый вид скибидистов, у которого клешни точно так же, как у скибиди-ученого. И какой-то шлем или что-то еще. Да, тут появляется черный дым. И непонятно почему. Возможно, там скибиди ученые? А нет. Если приглядеться в этот угол, то можно заметить один баг. А точнее, какой-то обыкновенная башка камерамена. Но это, наверное, ляп в этом сериале. Тут очень много поломанных вещей. Возможно, здесь взрывали скибидистов. Ведь тут какие-то детали от них лежат. А также, если приглядеться вон в тот уголок, точнее в это окно, то можно увидеть Тофак Бума со своей оригинальной одеждой. Супер Спикермен. Это один из новых вариантов Спикермена. Ведь потому что в фанмейдах, возможно, показывали таких спикерменов. Если, кстати, заметить, у Биг Спикермена такой же звук, как у Спикермен Титана. Возможно, это и есть будущий новый прокачанный мини-титан. Скибиди самолет пасхалка из прошлого разбора. А точнее, что-то непонятное. Знак. Возможно, тут идет отсылка к религии или что-то еще. Ну да ладно. Кстати, если приглядеться сюда, можно увидеть еще одного скибидиста. Но если приглядеться в этот участок, то можно заметить еще одного скибидиста, которая какая-то отсылка идет. А возможно, вон там что-то непонятное стоит. Но Дафак Бум не дал никаких нам подсказок. Кстати, если приглядеться на вон те места, то можно увидеть горы. Возможно, оттуда и пойдет какая-то бомбардировка или что-то еще. И еще одно. Это можно пасхалкой хоть и не называть, но оно реально и есть. Это спикер-самолет. И да, кстати, кто не видел, вон там непонятный столб, а здесь новое оружие на камеромашине. Ну что ж, удачи, пока. Это был такой разбор.